Уважаемые друзья, цель данного эфира – показать, как режим Назарбаева-Токаева вводит в заблуждение вас, вводит в заблуждение Украину и Запад, используя разных тетушек режима. В данном видео речь идет о блогере Армане Шураеве. Арман Шураев 25 лет был, по сути, заместителем Нурсултана Назарбаева. 7 лет возглавлял телевизионный канал Нурсултана Назарбаева КТК, который широко известен в Казахстане. Был заместителем Дариги Назарбаевой в партии АСАР. Был членом предвыборного штаба Нурсултана Назарбаева. 25 лет он был вместе с Даригой Назарбаевой и с Нурсултаном Назарбаевым. 25 лет, уважаемые друзья, не 1-2 года, 25 лет. И вот такого человека режим использует для того, чтобы вводить вас в заблуждение. Это человек, который является проводником лживых идей или замыслов режима Назарбаева-Токаева. Каким образом это делается? Ну, во-первых, я понимаю, что основная часть нашей страны, граждан, против Путина, против агрессии Путина в Украину. И режим руками Армана Шураева разыграл следующую комбинацию. Арман Шураев критикует Путина, поддерживает Украину и таким образом формирует круг людей, которые поддерживают его, формируют симпатию украинских средств массовой информации всем его заявлениям, словам и так далее. Таким образом, получается, что этот человек, который, по сути дела, является проводником этого режима, он же, кстати, был не просто проводником идей самого Нурсултана Назарбаева или его первым помощником. Он был членом так называемого НСОД, Национального совета по общественному доверию, так называемого. Есть известные фотографии, где он, скажем, вместе с Токаевым стоит и так далее. И он регулярно заявляет о своей поддержке Токаева. Если Токаев вассал Путина, если Токаев помогает Путину, и вот представьте, что Арман Шураев, человек, член НСОД, человек в том числе и Токаева, вдруг говорит, что он поддерживает Украину. Вы понимаете, что для чего это делается? Для того, чтобы вводить в заблуждение и Украину, и Запад. Таким образом, чтобы Казахстан избегал санкций за поддержку Путина, за поставку в массовом количестве различных товаров, которые запрещены к ввозу на территорию России. Вот для чего тетушка режима Арман Шураев используется нашим режимом. И в этой связи, конечно, вызывает недоумение, огорчение, наверное, то, что украинский канал 24 регулярно берет интервью этого тетушки режима Назарбаева-Токаева, таким образом продвигая эту ложь и участвуя фактически в том, что вводится в заблуждение сам украинский народ и правительство Украины. Доброго вечера, мы из Казахстана, слава Украине! Героям нашим слава. Хочу сразу начать с вами разговор из вопроса о том, как Казахстан, возможно, помогает России обходить санкции. И, в частности, вот появилась информация, что речь идет о закупке чипов. И также утверждается, что вот Запад условно дал Казахстану год для того, чтобы исправить эту ситуацию. Как бы вы оценили суть проблемы? И кто в этом вопросе больше, скажем так, желает помочь России? Это Казахстан как государство или, скорее, вот какие-то частный бизнес, попросту говоря? Ну, здесь на самом деле великое множество разных проблем и разных ограничений. Видите ли, мы последние 15 лет состоим в таможенном союзе, едином таможенном союзе с Российской Федерацией. Еще есть ОДКБ, Евразэс и куча на сегодняшний день очень токсичных для Казахстана союзов, в которых мы участвуем уже много лет. И сейчас, конечно же, проблематично. Нужно менять законодательство, нужно, вот предположим, те же таможенные посты на границе России и Казахстана, они давно уже сняты с тех пор, как мы стали, как у нас появилась общая таможенная граница. Но здесь Шураев заявляет, что мы в таможенном едином союзе, и таможенные посты якобы сняты. Здесь он вводит в заблуждение, потому что все прекрасно в Казахстане знают, что таможенные посты существуют. Грузы при пересечении границы за пределы Казахстана, они фиксируются таможенными органами. Это попадает в органы государственной статистики. Это первое. А второе, как известно, что товар, произведенный в Казахстане, или даже если он Казахстан произвел импорт товара из-за рубежа, при ввозе платится налог на добавленную стоимость, или если товар произведен в Казахстане, то товар, его стоимость идет с учетом налога на добавленную стоимость. Если товар поставляется за пределы Казахстана, то в этом случае, согласно нашему законодательству и российскому в частности тоже, возвращает тот налог на добавленную стоимость из бюджета страны. Чтобы это было возможно сделать, обязательно нужна фиксация, что этот товар пересек границу Казахстана, и тогда идет возмещение. Поэтому все слова о том, что таможенные посты сняты, это все неправда, как минимум непрофессионально, не говоря, что это просто ложь. Да, поэтому, конечно же, на сегодняшний день уже есть
данные о том, что, предположим, количество смартфонов, которые там закупал Казахстан, вдруг каким-то прекрасным образом увеличилось в 10 раз, чем за год до этого, да? И понятно, что все это перетекает через какие-то схемы в Российскую Федерацию. И с этим наше правительство борется. Насколько я знаю, что для того, чтобы работу вести по контролю за соблюдением санкций, наше правительство даже разрешило там Минфину США полностью контролировать все вот эти финансовые операции и так далее. Я думаю, что в ближайшее время, конечно же, если Казахстан не захочет оказаться под теми же санкциями, под тем же железным занавесом, под каким сегодня находится Российская Федерация, то, конечно же, нужно менять ситуацию. И самая большая проблема, конечно, которая нам на сегодняшний день мешает, это огромная дырявая граница между Россией и Казахстаном. 7 500 километров. Это самая длинная сухопутная граница в мире. Здесь тоже второе утверждение опровергается легко и напрочь, что называется. Когда Шураев говорит, что товар пересекает границу Казахстана и России по неким серым схемам. Это абсолютно ерунда, потому что все претензии, которые сейчас Казахстан получает от Запада, и их транслируют средства массовой информации, известные как Bloomberg в частности, они основаны на официальных данных. То есть все эти объемы, которые ушли в Россию, они прошли через органы государственной статистики, оформленные таможенными органами. Ни о каких серых схемах нет. Там на сотни миллионов долларов поставки товаров идут в Россию. А как известно, когда в таможенных статистических данных это отражается, соответственно, есть поставщик, который осуществил эту поставку в России, есть банки, которые обслуживают. То есть это легальная, а не какая-либо серая схема. И вообще сейчас речь идет не о каких-то серых схемах, а именно о легальных открытых поставках из Казахстана в Россию. Поэтому это просто очередная ложь, что некие серые схемы – это открытые официальные данные. Второе. Здесь Шураев говорит о размере границ, якобы 7 500 границ, они якобы дырявые и так далее. Но вы представьте себе, допустим, кто-то на машине везет айфоны, покупает официально их импортирует из-за рубежа, привозит в Казахстан, а потом где-то съезжает с трассы и начинает водитель по степи гнать грузовик. Ну, во-первых, он где-то застрянет, во-вторых, он не знает, с той стороны его арестуют или нет. Ну и в-третьих, когда таможенные органы, задержит такой контрабандный груз, а он не может быть в виде каравана, в виде сотен машин или сотен составов. Это единичные случаи. Тогда не только конфисковывается товар, но и человек просто попадает в тюрьму. Желающих водителей тайком возить отдельно на машинах контрабандные грузы, я уверен, что их будут единицы. А речь идет о масштабных поставках. Поэтому о неких дырявых границах 7 500 километров – это байки. Сейчас говорится об официальных данных. Ну и еще очень смешной аргумент, который журналист не обратил внимания, о том, что якобы Минфину США даются права, чтобы вот вникать во все эти финансовые схемы. Это что, Соединенные Штаты Америки привезут десятки тысяч специалистов, они будут стоять на границе, контролировать все, будут сидеть в таможне, в банках, которые проводят транзакции. То есть он сказал абсолютную ерунду. Никакого отношения Министерство финансов не имеет ко всем этим транзакциям, нет у них никаких прав. И никакого не будет желания по всей стране десятки тысяч людей расставлять, чтобы казахи не поставляли России контрабандный груз. То есть, абсолютную ерунду сказал. Поэтому, конечно, тут нужны не только добрая воля, да, но еще очень много инструментов, очень много отвлечения материальных и технических ресурсов для того, чтобы перекрыть серый импорт и прочие вещи. Здесь еще тоже очень забавный аргумент, сказан Шураем по поводу того, что необходимо менять законодательство, потому что Казахстан находится в Евразийском соглашении, и там подписана куча разных договоров и так далее. Это тоже полная ерунда. Список запрещенных товаров, он известен. Достаточно одного постановления правительства Казахстана определить перечень, дать поручение таможенным органам и сделать этот материал нормативным документом, публичным, обязательным к исполнению, и все. На следующий день это решение будет работать. Поэтому никаких каких-то особых усилий, принимать какие-то законы, собирать там парламент, в этом вообще нет необходимости. Это очередное вранье. Очень тяжело бороться с этим, но я думаю, что визит Блинкейна, того же госсекретаря, который был буквально 10 дней назад в Астану, это все свидетельство того, что американцы прекрасно знают, что в Казахстане есть зрада, что в Казахстане есть латентные пособники путинского режима и российских бизнес-интересов. И я думаю, что был очень жесткий разговор, потому что на сегодняшний день даже премьер-министр дал поручение очень жестко контролировать все, что касается экспорта в Россию. Федерацию. Да-да-да, я вот как раз и хотела спросить, а вот санкции не боятся эти пособники, потому что ведь речь уже идет сигналы от Запада, что санкции будут применяться и к третьим странам.
Вы знаете, я не удивлюсь, если наша страна полностью окажется под теми же санкциями, что и Российская Федерация. Вот абсолютно не удивлюсь. И если наше правительство будет, опять же, дальше вот свою какую-то рыхлость и мягкотелость показывать в отношении Путина. Это Шураева о том, что есть некие предатели из Рада, пособники российского бизнеса. Это, конечно, выглядит очень забавно, потому что сейчас все претензии, которые предъявляются Казахстану о поставках запрещенных товаров в Россию, они осуществлены на основе всех фактически легальных государственных действий, потому что таможня зафиксировала официально эти товары, а если это был бы запрещенный список, то таможня не пропускала бы. Таможня – государственный орган страны, который подчиняется правительству. Все эти объемы грузов осуществлены, сделаны перевозки автомашинами, железнодорожным транспортом. Железнодорожный транспорт, железная дорога прямо подчиняется правительству. И автотранспорт, понятно, что тоже контролируется органами государственного контроля, такими как полиция и таможенные службы. Поэтому, когда говорится, что есть некие враги и предатели, и что премьер поручил, так что он поручил? Поставлять товары, получается, потому что все это официально сопровождается банковскими платежами, банками Назарбаева, перемещается государственными, скажем, компаниями, которые подчиняются правительству. То есть это полное противоречие тому, что в реальной практике происходит. И то, что сказал Арман Шураев, это очень просто очень, скажем, на белое сказать черное. Очень часто в адрес Казахстана летят обвинения в том, что он помогает России обходить санкции. И это касается закупок техники разной, с которой Россия может вынимать разные элементы и ставить их в свое вооружение, которое потом использует против Украины. Можно ли как-нибудь этому противодействовать? Противодействовать можно, но очень тяжело. Я знаю, что на сегодняшний день правительством принято решение с 1 января полностью ввести электронную базу всех товаров, которые идут реэкспортом в Российскую Федерацию. Я думаю, что это было одним из условий, которые выставил господин Блинкен, когда был в нашей стране с визитом буквально 2 недели назад. Поэтому я думаю, что возможность обхода санкций у нас уже уменьшается. На самом деле, я думаю, что все это время, конечно же, 7 тысяч километров у нас сухопутной границы с Российской Федерацией, дырявой границы. Поэтому я абсолютно не исключаю, что, конечно же, казахские власти помогали России обходить санкции. Если здесь откомментировать так называемую электронную систему контроля, я скажу, что это тоже очередная фикция, потому что когда в прошлом году мы буквально с весны начали заявлять, что Казахстан используется Путиным как задняя дверь, что такой же вассал, как и Лукашенко, вассал Путина, что если Лукашенко предоставляет свою территорию, с которой осуществляется нападение и обстрел Украины, то у Казахстана иная роль. Задача Казахстана – помочь в поставках запрещенного товара или осуществить серый импорт. И в этой связи как раз все события происходили в прошлом году на фоне принятия постановления правительства о неком списке запрещенных товаров. Была масса публичных заявлений со стороны нынешнего действующего премьера и самого Токаева, что они не будут нарушать санкционный режим. Но, тем не менее, масштабное нарушение санкций произошло. И более того, это не в связи с тем, что самая протяженная в мире граница 7,5 тысяч километров, что она дырявая. Нет, это все прошло официально через органы государственной статистики. А если граница вдруг дырявая, там действительно коррумпированные чиновники, то тогда это говорит, что масштаб его был больше, чем тот, который озвучен сейчас в международных средствах массовой информации. Вот и все. Поэтому я абсолютно не исключаю, что, конечно же, казахские власти помогали России обходить санкции. Вот этот комментарий, что не исключает Арман Шураев, что власти помогали, она опять же забавная, потому что все эти поставки, я еще раз хочу подчеркнуть, шли через таможенные органы страны, официально регистрировались, грузились по железной дороге, использовались государственные вагоны, использовался транспорт. И поэтому все эти транзакции, они были открытыми, официальными, и плюс сопровождались все действия банковскими платежами банками Нурсултана Назарбаева. И поэтому такая фраза очень любопытная, что возможно помогали, невозможно, а точно. Это была государственная политика по организации поставок запрещенных товаров в Россию. Вот все это очень просто. Здесь не надо здесь пытаться ввести заблуждение, возможно и так далее. Открыто и прямо помогали. Теперь обратите внимание, если... Тем не менее, были приняты такого рода решения о запрете товаров санкционных, но тем не менее эти поставки шли, при том шли открыто и официально,
то вы должны понять, что после того, как будет внедрена и запущена в работу так называемая электронная система контроля, ничего не изменится. Изменится только, собственно, как они будут обосновывать, обманывать Соединенные Штаты Америки и своих западных партнеров. Не случайно и Токаев, и премьер-министр, и тот же тетушка режима Арман Шураев говорят о границе протяженностью 7,5 тысяч километров, о коррупции чиновников и так далее. Не случайно, потому что теперь это будет осуществляться следующим образом. Товар будет добегать до границы с Россией, далее таможенным службам будет дано указание, чтобы эти товары беспрепятственно пересекали границу через таможенные пункты. И невозможно такие гигантские караваны, которые идут на сотни миллионов и на миллиарды долларов, гонять по степи. Ну, во-первых, их все равно американские спутники зафиксируют. Во-вторых, таких коридоров транспортных и нет, чтобы на миллиарды долларов осуществлять такие серые поставки. То есть это будет очередной обман. Мы не должны в этом заблуждаться. Весь прошлый год это все показал. Если до этого это была официальная, скажем, часть поставок, то есть расшло через таможенные органы и государственные статистические данные, все это фиксировалось, сейчас не будет, и мы можем квалифицировать это как контрабанда на самом высоком государственном уровне. Перед этим также была информация о том, что сам Казахстан усиливает контроль торговли с Россией. Reuters об этом писали, и говорят, правительство Казахстана ведет с апреля онлайн-систему для отслеживания того, что ввозится и вывозится товаров из страны. Из-за этого Россия не сможет обходить санкции. И также правительство Астаны заявило, что потребует от экспортеров дополнительные документы при отправке товаров в страну-террористку. Насколько это шаг к недружественной стране, да, к тому, чтобы стать недружественной страной к России? Я думаю, это серьезный шаг. На самом деле, я могу сказать, что, к сожалению, мы имеем в Казахстане марионеточное пророссийское правительство, которое в любом случае будет молча помогать в каких-то вопросах, потому что оно является полностью зависимым и от российского политического режима, и в экономическом плане. То есть мы до сих пор остаемся вассалом России во многих смыслах, и в информационном смысле, и в политическом, и в экономическом. Но то, что сейчас идет Казахстан, это вынужденные шаги. Тот же приезд Блинкейна, госсекретаря США, продемонстрировал это. И, насколько мне известно, Минфин США имеет право полностью проверить любую транзакцию, которая покажется ей непонятной, да, в отношениях между Казахстаном и Россией. Я думаю, что удавка санкций будет затягиваться туже. И если Казахстан будет и дальше помогать России обходить эти санкции, то недалек тот день, когда мы попадем как страна под вторичные санкции. И это уже не является призрачным будущим. А такая лазейка была? То есть они пытались через Казахстан таки обходить санкции, ввозить какие-то товары? Потому что я помню историю, знаете, когда там военные какие-то, военной помощи нет, да, но почему-то все обращают внимание на то, как увеличился ввоз в Россию, например, там стиральных машин и какой-то другой электроники, и как-то прям очень сильно там в десятки раз увеличился. И мы такие все сразу с вопросом, а что происходит? Вы прям так начали смотреть за собой и так часто стирать вещи? Дело в том, что я еще раз напомню, что у нас 7,5 тысяч километров сухопутной границы с Российской Федерацией, она дырявая. Обратите внимание на комментарии Шураева о том, что якобы сейчас марионеточное правительство, что оно является вассалом Путина. И с другой стороны, противоречивое заявление о том, что это марионеточное правительство вводит электронную систему контроля и не будет поставлять товары в Россию. Вы можете себе представить? Это то же самое, как по Оруэллу заявлять, что война – это мир. Как это рабы, вассалы Путина могут работать против Путина? Видите, абсолютная ложь, и все в кучу свалено. И даже это не запутывает человека, просто показывает уровень человека, который не может саргументировать определенную стройную логику. Ну, давайте начнем с того, что значит марионеточное правительство России. Кто назначает правительство Токаев? Ну и недавно совсем тот же самый Шураев говорит, что правительство старается, предпринимает меры. Как может марионеточное правительство предпринимать меры против того марионетки, в чьих руках оно является? Понимаете? Это очень смешно. Во-вторых, правительство в нашей стране назначает своим указом кто? Президент страны Токаев. Кто назначает марионеточное правительство? Токаев. Это еще раз подтверждает наши слова о том, что мы говорим, что Токаев, президент Казахстана, является вассалом Путина, таким же, как и Лукашенко. А вассал Путина не будет работать против своего хозяина. Понимаете? И когда говорится, что это некий шаг, вызывающий напряжение с Россией, это очередная ложь, потому что это на самом деле совместные действия Путина и Токаева,
чтобы проводить такого рода дезинформационную кампанию, запутывать, говорить одно, сразу же опровергать, таким образом запутать граждан, запутать Украину и Запад, изображать, что якобы некие действия производятся, они не будут производиться. Далее, я хотел бы еще откомментировать по поводу 7 500 километров прозрачных дырявых границ. Самая большая проблема, конечно, которая нам на сегодняшний день мешает, это огромная дырявая граница между Россией и Казахстаном. 7 500 километров – это самая длинная сухопутная граница в мире. 7 000 километров у нас сухопутной границы с Российской Федерацией, дырявой границы. Я еще раз напомню, что у нас 7 500 километров сухопутной границы с Российской Федерацией, она дырявая. Обратите внимание, из интервью в интервью Шираев повторяет, что у нас дырявые 7 500 границ, что у нас коррупция, что некое марионеточное правительство, что некие враги-предатели. Для чего это делается? Это поднимается и озвучивается на всех уровнях. Когда приезжал госсекретарь США, то же самое произносилось. Это делается для того, чтобы оправдать последующие контрабандные поставки, которые, безусловно, с 1 апреля будут только нарастать. Просто не будут теперь отражаться в органах государственной статистики. И для многих бизнесменов наложение санкций на Россию явилось просто манной небесной, потому что это возможность получить сверхприбыли, суперприбыли. И этим многие казахские бизнесмены не гнушаются. Поэтому, конечно же, у нас даже, по-моему, экспорт, импорт, вернее, телефонов Samsung там в 20 раз подскочил за последний год. Это тоже является анормальным явлением. Поэтому, конечно же, здесь отследить все и вся не получится. Вы не забывайте все-таки, что Казахстан является членом не только военного союза с Россией, но и экономических союзов, таких как Таможенный союз, Евразэс и прочие структуры, которые уже давно действуют в Казахстане, лет 15-20, и у нас практически, кроме пограничников, нету никаких таможенников на границах. И обойти систему, в том числе и коррупционными путями, очень несложно в нашей стране, к сожалению. Обратите внимание на комментарий Шураева, что некие бизнесмены Казахстана, такие жадные, решили разбогатеть на том, что против России были введены санкции, и они осуществляют поставки этого серого импорта. Уважаемые друзья, обратите внимание. Во-первых, идут поставки на сотни миллионов долларов, на миллиарды. Такими ресурсами у нас обладает только политическая верхушка Нурсултана Назарбаева, его зять Тимур Кулебаева и все приближенные бизнесмены. На сотни миллионов долларов. Не какие-то челнотники по паре телефонов в кармане прячут и перетаскивают, а именно бизнес. Когда бизнес такой товар завозит в страну, он официально растамаживает. Все эти действия обслуживает банки Назарбаева. Затем на сотни миллионов эти товары идут в сторону России. И это не осуществляют не некие бизнесмены скрытно. Это осуществляют бизнесмены режима Назарбаева-Токаева. Крупный бизнес через разные подставные компании, чтобы если даже кто-то попал под санкции, то компании пустышки. Но они обслуживаются открыто и официально банками Нурсултана Назарбаева. Поэтому это вас не должно вводить в заблуждение, что некие какие-то коварные бизнесмены. Это бизнесмены этого режима. Во время визита государственного секретаря США Блинкена и Токаевым, и другими ответственными высокопоставленными чиновниками заявлялось о некой коррупции в таможенных органах, о гигантской территории, которую трудно контролировать. И плюс еще и Токаев, и министры пытались свалить ответственность на эти действия на отдельный бизнес. Более того, они выпустили разные заявления, документы от Министерства торговли, которым как бы предупреждали неких мифических бизнесменов, что ответственность в случае, если завтра будут санкции, будет у них персональная. То есть санкции будут не против тех, кто позволяет осуществлять серый импорт в сторону России, а против неких бизнесменов. На самом деле, еще раз хочу повторить, что поставки идут на сотни миллионов долларов и идут через таможенные органы и регистрируются государственной статистикой. Это во-первых. Во-вторых, когда говорится о неких коррумпированных таможенниках, то тогда они не должны отражать статистической отчетности, что товар пересек границу. Это также не бывает, что они отражают, что товар пересек границу, и есть постановление запрещающее, а они, что называется, стреляют сами в себя в ноги. Когда придут соответствующие службы, например, Комитет национальной безопасности, только на основе этих официальных данных и просто их арестуют, и они будут подвергнуты суду и посажены долго в тюрьму. Понятно, что раз такое не происходит, все эти действия, они идут открыто. И заявление Токаева, что некие коррумпированные таможенной службе протаскивает товар, она, конечно, не выдерживает никакой критики. Более того, если это даже и существует, то тогда масштаб серого экспорта в Россию многократно больше, чем то, что сейчас озвучено западными средствами массовой информации. Насколько масштабы велики того, что Казахстан есть хабом обхода санкций для России? Ну, вы не забывайте, что Казахстан насквозь коррумпированная,
государство, в котором, которое имеет с Россией 7500 километров дырявой границы. Вот у нас буквально на днях сбежал из-под стражи, из-под домашнего ареста и улетел в другую страну целый генерал МВД Кудибаев, который обвиняется вот в беспорядках, которые у нас были в январе прошлого года, да? Ну вот если у нас люди могут просто-напросто, не переходя официальные границы страны, уезжать, то вы, наверное, можете представить, что через 7500 километров границы, а там у нас оборудовано пунктов перехода, ну, штук 10-20, наверное, да. То есть через каждые там 100-200 километров спокойно может какой-нибудь там бензовоз, я не знаю, или какой-то транспорт с грузами, да, свободно переезжать, и об этом никто не будет знать. Потому что таможенники у нас продажные, погранцы у нас не везде стоят, не на каждом километре. Поэтому, конечно же, и опять же я повторюсь, у нас в Казахстане за последние 15 лет очень много российских компаний пооткрывало свои филиалы. Даже перенесли свои центральные офисы, потому что у нас очень мягкое по сравнению с Россией и либеральное фискальное законодательство. И, конечно же, эти российские бизнесмены обходят санкции и помогают своей исторической родине. Заявление по поводу побега генерала Кудибаева, конечно, выглядит очень смешно, когда сравнивать, когда один человек пересекает в каком-нибудь месте границу, с незаконным реэкспортом товаров на миллиарды долларов. Кудибаев — это один человек, это не 100 или 1000 составов, которые двигаются по железной дороге, или караваны автомашин, траков, которые перевозят на сотни миллионов товаров, телефонов и всех прочих. Вот. Это один человек. Поэтому, конечно, такого рода сравнения, они выглядят очень смешно, неубедительно. Теперь я хотел бы откомментировать по поводу того, что российские компании, оказывается, тысячами регистрируются у нас в стране, и они являются пособниками, скажем, того самого серого импорта, о которых говорят западные средства массовой информации. Ну, во-первых, я хочу опровергнуть тезис, что якобы российским компаниям выгодно регистрироваться в Казахстане не только сейчас и ранее, до войны, что якобы у нас там налоговая система, скажем, более либеральная, чем в России и так далее. Это неправда. Более того, я скажу, что в России бизнесу работать выгоднее, потому что там затраты на энергоресурсы многократно меньше, доставка товара до рынков сбыта, даже на экспорт, ближе. Во-вторых, покупательная способность России выше, население там больше, и поэтому локация бизнеса в России выгоднее, чем размещать его в Казахстане, где население страны в 7-8 раз меньше, чем в России. Это во-первых. Во-вторых, представьте себе, что некие российские компании регистрируются в Казахстане, а потом начинают осуществлять реэкспорт товаров. Как мы уже неоднократно здесь озвучивали, реэкспорт товаров идет официально, по официальным каналам. Если российские компании это и осуществляют, они действуют в соответствии с разрешенными государственными процедурами и не нарушают закон Казахстана. А если российские компании вдруг осуществляют какие-то контрабандные действия, представьте себе, что как они могут осуществлять такие действия, тысячи автомашин, сотни вагонов и так далее. Это опять же все это не контрабандно, а только может быть по разрешенным каналам. И этот миф, что у нас там постов мало, там таможенных и так далее, все это полный миф и полная ерунда. И он повторяется из интервью в интервью только для того, чтобы списать легальные действия со стороны правительства, открытые. Они никак не ограничены нашим законодательством, нет никакого запрета. Они таким образом хотят, просто, как говорится, рак языками завести, сказать, что вот какая-то контрабанда идет. Нет, любые компании, российские и казахские, они осуществляют официально все эти действия. И пусть не врут. Но с началом агрессии, с началом этой несправедливой войны, которую развязала Россия, я думаю, такая, как блестящий дипломат, пытается дистанцироваться. Дистанцироваться от Путина, от его агрессивной фашистской политики. И поэтому, когда он летом прошлого года в Петербурге на экономическом форуме заявил о том, что Казахстан не будет признавать квазигосударственные формирования ЛНР и ДНР, Казахстан не будет помогать России обходить санкции, находясь причем в 2 метрах от него. Я думаю, что это были слова очень серьезного лидера. Эти слова были сказаны не просто там в отдельном интервью журналисту, а это слова, которые были произнесены перед огромной аудиторией, где 80% зрителей были вот как раз-таки вся эта челядь, все эти прислужники Путина. Здесь, если опять же начали складывать цитаты, давайте мы проанализируем, насколько это все сказано правдиво. Ну, во-первых, что такая блестящий дипломат и якобы не признал ДНР, ЛНР. Это вообще официальная позиция Казахстана как члена ООН еще при Назарбаеве, еще в 2014-2015 году, и она не менялась и озвучивалась. Здесь, наверное, нужно вспомнить другую фразу Касым-Жомарта Токаева, когда в 2019 году, будучи президентом, когда ему задали вопрос по поводу Крыма, чей Крым, российский или украинский, он сказал так, что мы считаем
что произошло в Крыме, называть это слово аннексия, это слишком тяжелое слово. Мы считаем, что это, что произошло, то произошло. Блестящий дипломат, да? То есть... Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. У него четко спрашивает, Крым чей? Он говорит, то, что произошло, то произошло. Хороший дипломатический ход. Во-вторых, когда говорится, что якобы Токаев хочет дистанцироваться от Путина, от России, это очередная ложь, потому что если посмотреть все итоги голосования в ООН по вопросам Украины, Казахстан или воздержался, или против. И очень показательная позиция Казахстана, когда в декабре при ООН было голосование с требованием, чтобы Путин вывел войска с Украины. И Казахстан, тот, кто балансирует, который якобы поддерживает Украину, и якобы, по словам Шураева, Токаев сильный лидер, блестящий дипломат. Какую позицию занимает Казахстан? Казахстан голосует против. Против того, чтобы войска России были выведены из Украины. Понимаете? Вот вам и блестящий дипломат. При этом это интервью Шураев озвучивает в тот момент, в марте, когда уже везде, все средства массовой информации, как внутри Казахстана, так и за рубежом, был приезд и Блинкина, был приезд многих министров иностранных дел Казахстан, которые оказывали давление и говорили, что из Казахстана на миллиарды долларов идут поставки товаров в России, в том числе таких товаров, которые приводят к управлению ракетами, умными бомбами и так далее, микросхемы, все это идет из Казахстана. Поэтому этот блестящий дипломат, серьезный лидер, который якобы дистанцировался от России, он показывал в действии с точностью, да наоборот, он полностью помогал Путину. Ну и потом, когда Шураев приводит пример, что якобы Казахстан против признания ДНР и ЛНР, я хотел бы напомнить, что Иран открыто заявил, что он не признает Крым российским. Он считает, что Крым принадлежит Украине. И что мы знаем по Ирану? Что Иран активный помощник России, поставляет огромные объемы так называемых шахедов, БПЛА, эти беспилотники, которые бомбят мирное население Украины. То есть Иран не признает, что Крым принадлежит России, в отличие от Токаева. Я хотел бы напомнить, что этот блестящий дипломат и серьезный лидер недавно подписал закон, который признает Крым российским. В чем его блестящая дипломатия? Где он дистанцируется от Путина? Это его вассал и прямой помощник Путина. Абсолютно не исключаю, что, конечно же, казахские власти помогали России обходить санкции. Ну, в таком случае, есть ли шансы и способы дистанцироваться от России и от российского влияния в том числе? Ну, я думаю, что наш президент, конечно же, ему очень тяжело, он пытается дистанцироваться. Вы помните, в прошлом году, в июне в Петербурге он заявил при президенте Путине, который сидел от него в 2 метрах, что мы никогда не признаем квазигосударственное формирование ЛНР и ДНР и не будем помогать России обходить санкции. Это заявление тоже смешные. Вспомните весь прошлый год, когда Россия активно бомбила Украину, шли и сейчас идут, но тогда тоже шли особенно сильные военные действия, и в этих условиях произошли 9 встреч между Путиным и Токаевым. И сам Путин тоже приезжал в Казахстан, где его, скажем, радостно и пышно встречали. И проводили в прошлом году в условиях войны России с Украиной совместные военные учения в рамках ОДКБ. То есть так тяжело Токаеву, что они совместно с Путиным еще тренируются, проводят военные учения совместные. Ну и далее. Все эти слова произносятся Шураевым в ситуации, когда уже весь мир знает, что Казахстан является основным поставщиком товаров, так называемого серого импорта в Россию. И где тяжело Токаеву, каким образом он дистанцируется, каким образом он дистанцируется от Путина, в чем тяжесть, когда это активный помощник, и активная помощь со стороны Токаева Путина. Это просто бессовестная наглая ложь. Я думаю, что международное давление растет, в том числе и благодаря тому, что союзники Украины, а это серьезные государства, которые являются основными донорами казахской экономики, я говорю о Соединенных Штатах, Голландии и прочих европейских странах. Вот здесь опять же Шураев заявляет, что Запад оказывает серьезное давление на Казахстан, и что основными донорами Казахстана являются Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и так далее. Я для тех, кто не знает, хотел бы объяснить, что у Казахстана нет доноров. Просто нет. Казахстан самодостаточная страна, есть национальные резервы свыше 90 миллиардов долларов.
И Соединенные Штаты Америки или другие какие-то страны, их инвесторы работают в Казахстане, они извлекают прибыль в нашей стране, разрабатывают нефтяные месторождения, зарабатывают, и часть прибыли инвестируют снова в развитие этих же месторождений. Поэтому эти страны не являются донорами нашей страны. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно же, Казахстану придется и нашему президенту Токаеву все-таки придется занять белую сторону, светлую сторону, быть на стороне воинов света, то есть Украины. И... Теперь вот заявление о том, что Токаев будет вынужден встать на сторону света, на сторону добра. Казахстан является диктаторской страной. Это режим Назарбаева-Токаева. Это такой же режим, преступный режим, как и в России, где там режим Путина, где власть единолично принадлежит одному человеку, все остальные ему подчиняются. Поэтому здесь две диктаторские системы, два режима работают совместно, но с учетом размера и военной мощи и возможностей Путина, Токаев и, собственно, сам Казахстан являются вассалом Путина и России. Вассалом, прямо подчиняются. И поэтому, если уж речь идет о выборе, выбор давно сделал Токаев и его режим Назарбаева-Токаева, вместе с режимом Путина. И никакого другого пути они не избирали, кроме пути действовать совместно с Путиным. Я могу сказать, что, конечно же, народ поддерживает Украину, в отличие от наших властей, которые являются в неком роде, я считаю, пособниками Кремля. Очень много людей в нашей элите, которые являются или вынужденно играют под дудку Кремля. Очень интересный такой комментарий, который тоже взаимоуничтожающий, если его понять по смыслу. Итак, Шураев заявляет, что власть работает под дудку Кремля. Но есть некие люди во власти, которые или вынуждены, или действуют в поддержку Кремля. Здесь очень просто. Власть в нашей стране принадлежит одному человеку. Сейчас продолжателем дела Нурсултана Назарбаева является Токаев. И поэтому, когда Шураев заявляет, что власти играют под дудку Кремля, власть одна. Она в руках у Токаева. То есть очевидно, что в этом случае можно говорить, что именно Токаев пляшет под дудку Кремля, и больше никто. И нет в нашей стране, в правительстве, тех людей, которые бы имели особое мнение, как пытается представить Токаев, пытается Шураев, сказав, что некие люди в правительстве занимают вот такую-то позицию. Это полная ерунда. Все люди в правительстве – назначенцы Токаева. Он прямо их назначает своим указом. И одна существует линия Токаева – поддержать Путина. И нет никаких сил, которые бы занимали бы позицию против него, иначе бы они не были членами правительства. Что касается поддержки со стороны народа. Власть принадлежит, как я говорил, режиму Назарбаева-Токаева. И поэтому, когда говорится, что Казахстан не поддерживает Украину, здесь имеется в виду, что не поддерживает действующую власть. Здесь Шураевым было сказано, что народ поддерживает. Я хочу сказать, что от народа нашего ничего не зависит. Потому что все эти поставки серого импорта, финансовую помощь осуществляет именно правительство, назначенное Токаевым. Народ, большей ее части, безусловно, поддерживает Украину, но от народа ничего не зависит. Зависело бы, если народ выходил на улицы тысячами, миллионами и требовал прекратить эти поставки. Зависело бы, если бы поддержку Украины народ действительно выходил на различные протесты, но власть не дает разрешения, а наш народ, к сожалению, если и поддерживает, то поддерживает тихо в социальных сетях, публично эту свою позицию, никак не отражая своим публичным протестом на улицах и так далее. Поэтому это не имеет значения, что якобы народ поддерживает, а это никак не отражается на ситуации с Украиной. Легче от этого Украине не становится. Да, обратите внимание еще на противоречия, которые звучат прямо в одном его интервью. Сначала он говорит, что такая блестящий дипломат, серьезный политик, что он дистанцируется от России. Потом опять же говорит, что он не исключает, что правительство Казахстана помогает России. Затем он говорит, что правительство Казахстана марионеточное. И при этом кто назначает это марионеточное правительство? Токаев. Потом он говорит, что Токаев очень трудно. Обратите внимание, то есть взаимоисключающие слова. Что... Думаю, Токаев, как блестящий дипломат, пытается дистанцироваться. Дистанцироваться от Путина, от его агрессивной фашистской политики. Абсолютно не исключаю, что, конечно же, казахские власти помогали России обходить санкции. Ну, я думаю, что наш президент, конечно же, ему очень тяжело, он пытается дистанцироваться. Могу сказать, что, к сожалению, мы имеем в Казахстане
марионеточное пророссийское правительство, которое в любом случае будет молча помогать в каких-то вопросах, потому что оно является полностью зависимым и от российского политического режима, и в экономическом плане. То есть мы до сих пор остаемся вассалом России во многих смыслах, и в информационном смысле, и в политическом, и в экономическом. Это значит? Это значит, что человек, который дает интервью, извините, просто не профессионал, ну, коротко говоря, дурак. И мне, конечно, очень удивительно, что украинский канал 24, вот это все, имея на руках, продолжает и далее транслировать тетушку режима. Тетушка – это фраза пришла с Украины. Тетушку режима Нурсултана Назарбаева Токаева. И очевидно, что эта тетушка, по сути дела, используется казахскими властями. К сожалению, украинские средства массовой информации ловятся на это. Он используется для введения заблуждения как Украины, так и казахской общественности, так и Запада. Не делайте этого. Ну, конечно же, есть. Если вы следите за событиями, то буквально за полтора месяца до широкомасштабной агрессии России в Алма-Ате и во всех практически крупных городах прошли массовые акции протеста. Было убито 300 человек, просто расстреляно из оружия. Понимаете, да? Вот в Грузии выходит на площади 50 тысяч, 70 тысяч человек, и полиция ограничивается водометами и резиновыми пулями. А у нас, к сожалению, страна такая, что у каждого полицейского, который якобы охраняет этот мирный митинг, в руках автомат Калашникова, в котором есть боевые патроны. Вот 300 человек погибло, никто за это не ответил. В том числе маленькие дети, 3-4-летние, младенцы были ранены. Поэтому, конечно же, наш народ просыпается, наш народ требует во весь голос, чтобы те, кто учинил эти убийства и зверства, был привлечен к ответственности. Но... Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Теперь по событиям января 2022 года. Здесь Шураев заявляет, что приехала в ОДКБ и участвовала в массовых убийствах. Вопрос, а кто позвал этот ОДКБ? Кто звонил Путину и упрашивал, чтобы были привлечены войска со стороны России? Общеизвестно, что это сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение. Здесь Шураев заявляет, что не привлечены к ответственности те люди, которые убили такое количество людей. А кто дал указание прямо стрелять по нашим мирным гражданам? Это сделал Касым-Жомарт Токаев, который сказал стрелять на поражение без предупреждения. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Когда он лицемерно прикрывается о неких мифических людях, которые не понесли наказание, он таким образом пытается увести от ответственности Токаева, сделать его неким блестящим дипломатом, серьезным лидером, который якобы помогает и хочет помогать Украине, но на самом деле вот всякие разные обстоятельства. Вот этот блестящий дипломат и расстрелял сотни людей в нашей стране. Наверное, знаете, есть такой Турлов у нас, участник Форбса, который, кстати говоря, будучи россиянином и ведя бизнес в Казахстане, оказал гуманитарную помощь Украине, порядка 2 миллионов долларов, по-моему. Обратите внимание на слова Шураева, что есть такой Турлов, который, будучи россиянином, помог Украине в виде гуманитарной помощи на 2 миллиона долларов. Я хотел бы обратить ваше внимание, что Турлов находится под украинскими санкциями, Совбез Украины, там, СБУ, точнее, Украины и так далее. По нему соответствующие выводы и решения выносили, он находится под экономическими санкциями Украины. И вот представьте себе, что Шураев его продвигает. Этот человек в 32 года стал в Казахстане официальным миллиардером. Как известно, чтобы в авторитарных странах стать миллиардером, нужно иметь прямое отношение к действующей власти. Турлов является кошельком Нурсултана Назарбаева. И его банк, Freedom Bank, помогал, скажем, банку Тинькофф российскому, выпускал карты, мастер и виза. Вы знаете, что в России граждане страны не могут пользоваться такого рода сервисом. И вот Тинькофф это все делал через банк Турлова. И, собственно, сам Freedom Bank Турлова тоже оказывал такого рода услуги. И еще, здесь заявляется, что теперь он стал гражданином Казахстана и продал свой бизнес. Кому? Он продал своему партнеру, директору подразделений в России. Но вы представьте себе, чтобы россиянин нагло и открыто оказывал гуманитарную помощь Украине. Что с ним сделать Путин? Он просто растопчет его бизнес, как минимум. А мы знаем из практики, он таких людей сразу сажает в тюрьму. А здесь Турлов, получается, свободно якобы продал свой бизнес в России одному из директоров компании.
что невозможно. Такого рода сделки Путин не пропустил бы, Центральный банк все бы заблокировал, и все было бы арестовано и конфисковано. То есть эта тетушка режима Токаева продвигает кого? Турлова, ваших средств массовой информации, нахваливает его, что он якобы оказал гуманитарную помощь. При этом этот Турлов находится под санкциями Украины и делал заявление, что он туда попал случайно, и он обязательно из этих санкций выйдет. Понимаете, что делает тетушка режима Шураев? Он просто продвигает кошельков режимов как Назарбаева, так и Токаева. В смысле, режима Назарбаева, Токаева и Путина. Если говорить о вот этом союзе АДКБ, насколько он жив, насколько он может что-то предпринять, имея в виду помочь чем-то России? Или Россия полностью уже понимает, что никакой пользы от этого союза не будет? Ну, Россия прекрасно понимает, что пользы от этого нету, но пытается выкручивать руки нашему правительству, и не только нашему правительству. Да. Если говорить о словах Шураева по ОДКБ, реальность не соответствует действительности. Во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание, что, во-первых, ОДКБ – это, по сути, Россия. Основные силы ОДКБ – это Россия. Даже вот тот случай смотрим, когда в январе прошлого года были массовые протесты, все основные военные силы были российские. Там 70 человек были армяне, такое же количество было кыргызов и 200 человек из Беларуси. Но и если бы ОДКБ было тем самым так называемым бесполезным органом, как говорит Шураев, то я хотел бы напомнить, что в прошлом году прошли учения, и не одни, в рамках ОДКБ, в которых активно участвовал Казахстан, вооруженные силы Казахстана. Поэтому практика этим словам полностью противоречит. Ну и далее. Сейчас генеральным секретарем ОДКБ является Имангали Тасмагамбетов. Ранее был премьер-министром Казахстана, руководитель администрации Нурсултана Назарбаева, министром обороны и так далее. И этот человек на посту генерального секретаря ОДКБ, будучи представителем Казахстана, сделал вот совершенно недавно заявление о том, что это Запад, оказывается, препятствует тому, чтобы были подписаны мирные соглашения между Россией и Украиной. Тасмагамбетов заявил, как генеральный секретарь ОДКБ, что Запад осуществляет поставки оружия в Украину именно по этой причине, никак не удается прийти к мирному соглашению. То есть фактически общеизвестный факт, что именно Путин напал на Украину, продолжает отвоевывать новые территории, бомбит мирные города, убивает мирных жителей. И при этом представитель Казахстана, генеральный секретарь ОДКБ, заявляет, что во всем виноват Запад. Вот вам и лицо ОДКБ, и насколько ОДКБ полезен или бесполезен, или что-то интересное представляет. Казахстан прямо там участвует в работе ОДКБ, и более того, генеральный секретарь ОДКБ является представителем Казахстана. И теперь этот же генеральный секретарь ОДКБ заявляет, что члены ОДКБ должны организовать совместное производство военного снаряжения, то есть запустить военные заводы и все прочее. Для чего? Для того, чтобы Россия дальше продолжала бомбить и уничтожать Украину. Еще раз, это озвучил представитель Казахстана. Поэтому опять все эти слова Шураева по поводу ОДКБ откровенны и наглые лжи. Уважаемые друзья, надеюсь, посмотрев этот эфир, вы поняли, что Арман Шураев – тетушка режима Назарбаева-Токаева. Именно для того, чтобы вводить в заблуждение Украину, Запад и вас, уважаемые сограждане, тетушка режима произносит разные слова в поддержку Украины, прикрывает Токаева, все время говорит, что это блестящий дипломат, что ему трудно, что идут поставки товаров, запрещенных в Россию. Он это оправдывает, придумывает, рассказывает про какие-то мифические прозрачные границы и так далее, только с одной целью – спасти этот режим от санкций. Ну и я надеюсь, что украинские каналы, посмотрев это видео, сделают правильные выводы и поймут. Арман Шураев тетушка режима Назарбаева, Токаева и помощник этих бесчеловечных и бандитских режимов как Путина, так и режима Назарбаева, Токаева.